Vamos. Aqui, как по испански руки забрать? Манус. 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 Да. Манус. Да. Они жили в вагончиках, ну, там не знаю сколько, 50 вагончиков, неотапливаемые, три туалета, грязные туалеты, ну вообще антигигиена, и не платили, они заставляли работать, ну трудовое рабство, нет, никто не кормил, они 4 дня голодали, и так мы о них узнали, позвонили в один фонд и попросили еды, и когда мы принесли еду, у них просто тряслись руки, они теряли сознание. Я здесь хозяин. Понимаю, просто если вас не будет рядом, пока вы приедете, то... Да, у меня есть телефон. Мне 30 лет в России. Я очень хорошо знаю. В России порядки 5000 только африканских за сексуальное рабство в Москве. А есть еще люди, которые трудовое рабство из Кубы, из Филиппины, которые приводят в Россию, работают именно богатые люди там как рабы. Он есть подарок тебе. Подарок он есть. Подарок? Для кого? Для тебя, Кенни. Для меня? Да. Хорошо, спасибо. Ох, мистер Кенни. Вау! Там, наверное, будет Обама, мне кажется. Вау, вау, вау. Тут Обама. Обама? Да. А, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, вот как бы у нас болит душа за этих двух кубинцев, у Педро болит душа за этих двух кубинцев, потому что он сам кубинец. И подруга одного из них сказала, что сделайте что-то, помогите. Они вообще очень скромные, не жаловались. И до сих пор не жаловались. Но это самое. Мы свободны, так и скажи. Вы у меня в гостях. Como es el. Ustedes son sus protegidos. Прокуратуру. Я подниму тебе вопрос. Мистер Кенни есть опыт. Это... Позвонил Кенни, ему сказали, что так, кубинцев я не нанимал. У меня нет кубинцев. Это у нас есть. Я буду, я напишу, он напишу там европейский там права человека. И кипонен хэштег штаб добра. Или вот это раз. Или можно еще так. Ты мне выкладывай на Facebook, все самое. Переводите, оставим просто латинскими буквами, чтобы вас не волновало.